Друг, у меня для тебя кое-что новое. Онлайн-магазин «Твой мерч». Здесь футболки, майки, толстовки разного размера, фасона, детские, взрослые. Заходи по ссылке, выбирай, что нравится. Цены не кусачие. Ссылка, как положено, в описании. Мур, привет, друг. Сейчас я расскажу, что нам приготовили в обновлении 1.3.58. Замечу, изменения пока на тестовом сервере, но возможно будут включены в следующее обновление основного. Новый герой, танк с треклятым именем Хуфра, будет введен на основной сервер 12 марта. Также изменили облик Рафаэль и облик Мии, у которой первый покупной облик вызывал тихий ужас. Облик Рафаэль покажу в конце. Изменения героев. Гигги. Первый навык. Оптимизация эффектов. Думаешь, добавили отображение на карте? А фиг там. Гвиневра. Ульта. Во время работы навыка работает иммун контролю. И увеличили урон. Теперь 700, 850, 1000. А было 500, 700, 900. Вот это ап Гвиневры, я понимаю. Эсмеральда. Оптимизированные эффекты навыков. Сан. Наш бедный Сан получает еще пачку нерфов. Пассивка. Мало того, что сейчас не стакается от клонов, так и снижает теперь 6% защиты, а ранее снимала 8%. Ульта. Исправлен баг с хп клонов. Клауд. Второй навык. Исправлен баг, когда голограмма стреляла быстрее, чем следует. Вейл. Первый навык. Исправлен баг сломанного КД навыка после апгрейда. Второй навык. Теперь сократили КД на 1 секунду на всех уровнях. Да, друг, им еще долго докручивать Вейла до его удачной формы. Прикреплю в подсказках геймплей справа сверху. Посмотри, каким он был. Реворгнутая Рафа. Пассивка. Посмертно будет сносить не 25%, а только 20% от максимальных ХП цели. По аксиоме Эскобара, что было хрень, так и останется хренью. Реворгнутая Чан-Э. Второй навык. Увеличили магический бонус при подсчете размера щита, теперь 120%, а было 80%. Реворкнутый Кайя. Первый навык. Помнишь, он стал наносить урон каждый раз, как коснется врага. Так вот, это был баг, а не фича, и этот баг исправили. Ульта. Немного уменьшили отъем магической защиты. Это порядком понерфит реворкнутого Кайю, но не расстраивайся, он вполне играбелен будет и после. Баданг. Второй навык. Уменьшили КД на 1.5 секунды на всех уровнях. Ангела. Я не люблю этого персонажа, потому что она дает мощное преимущество союзникам в сравнении к остальной поддержке. Урон у нее ощутимый, а уж замедление накладывает лютое. К скиллу совершенно не требовательно. Вселяйся вовремя и все. Сейчас, для упрощения жизни тем, кто не накапливает стаки первого навыка, после вселения в союзника ультой, у тебя будет фулл стак под рукой, сразу же. Упрощение героя да нельзя, хоть закрытыми глазами играй. Если ты фанат Ангелы, то могу лишь поздравить тебя. Но я не пойму, нерфить Сана, которому чтобы отыграть нужно приложить и навыки, и мозги к сборке, и одновременно апать Ангелу. Бальман получил баф. Второй навык. Плюс 50 единиц к урону на 6 уровне. Хильда. Второй навык. Физический бонус урона будет 100% вместо 90%. Сабер, второй навык. Уменьшили КД навыка на 1 уровне на 2 секунды, на 6 на 1. Гассен, второй навык. Попавший нож замедлит цель на 10%, и эффект может стакаться 5 раз, обрезая половину скорости бега. Какое замедление было раньше, не сказано, но по-моему это больше баф, чем нерв. Ли Сун Син. Оптимизация анимации первого навыка. Эстес. Пассивка. Когда кого-то лечите, еще быстрее будет заполняться энергия этой вредительской пассивки. Кусака. Первый навык. Немного увеличили прирост урона с уровнем для ракет. Предметы. Жезл молний. Немного уменьшили магический бонус к урону от общего количества маны и исправили баг, когда маны было мало. Видимо, имеется в виду, когда у персонажа и маны-то не было совсем, а молния все-таки вылетала. Священный кристалл. Увеличили магическую силу на 10 единиц. Отличненько. Ну, друг, на этом по обновлению все.
подпишись, если не подписан, ставь лапку, если не поставил заранее, и покажи выпуск своим друзьям. Пока!